Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمينا الله ميوسلم ويلاش وميوس. الكتاب الدروس المهمة لعامة العمة. Книга «Важные уроки для всей мусульманской общины». Автор книги является Абдул-Азиз ибн Абдиллах ибн Бас, рахимуллаху та'аля. Почему мы изучаем важные уроки? Потому что они важные, так как назвал их автор. Кроме того, ученые советуют их к изучению. А если кто-либо скажет, да, они важны, но лишь для простолюдин. Что же касается меня, то я искатель знания, и мой уровень выше уровня обычных мусульман. Тогда мы спросим у него о том, о чем говорится в данном послании. Если же он не сможет ответить, то простолюдин из общего числа мусульман лучше него. Искатель знания должен проявлять скромность, и не положено ему превозноситься над знаниями и его обладателями. Таким образом, он должен следовать пути набожных ученых. Барак Аллаху фикум.